В 17 лет Семен Израилевич поступил в высшее военно-морское училище в Ленинграде, успел его окончить и ушел на фронт. Контр-адмирал Гайсинский – участник обороны Ленинграда и Туапсе. Его боевой корабль «Ташкент» участвовал и в обороне Севастополя. В оккупированный город на корабле доставляли продукты и боеприпасы. Из него вывозили раненых. В июле 42-го «Ташкент» разбомбили, а 20-летний Гайсинский был тяжело ранен в голову. После госпиталя он продолжил службу. До окончания войны успел повоевать под Туапсе. Топил корабли фашистов под Одессой. Принял участие в освобождении Крыма. Наш город постигла утрата. Ушел из жизни настоящий патриот, герой. Герой Великой Отечественной войны. У Семена Израилевича только 49 боевых наград. Одна медаль – это за отвагу ему лично вручил маршал Буденный. Цены нет ему в том, что он в последнее время посвятил себя полностью военно-патриотическому воспитанию молодежи, что, конечно, очень важно. Мы будем верны всем тем делам, которые Семен Израилевич делал. Проститься с сочинцем контр-адмиралом Семеном Гайсинским пришли десятки горожан, в числе первых и представители городского совета ветеранов, в котором он был активнейшим участником. Сегодня Семену Израилевичу отдали последние военные почести – почетный караул, военный оркестр и прощальный орудийный залп. Похоронили участника Великой Отечественной войны на Центральном кладбище Сочи.